Бесценных созданий музыки прошлого до нас дошли замечательные шесть сюит Баха для виолончели соло. Вы знаете, удивляешься, когда слушаешь эту музыку. Очевидно, какими-то своими чертами эта музыка близка людям разных возрастов и разных эпох. Сюиты Баха – это в буквальном смысле слова настольная книга всех виолончелистов. Ну, все их играют. Играл их и я. Играл в малом зале консерватории, конечно, не так, как сыграла героически Алла Евгеньевна Васильева все сюиты в один раз. Сама музыка Баха, мне она где-то с детства, в общем, непонятным образом притягивала. И, в общем, хочу сказать, что где-то, видимо, подспудно вот эта вот идея исполнение Баха вот так, как он написал 3 столетия назад, она меня, видимо, очень мучила. Сейчас, вот последние полтора года, она как-то вырисовалась благодаря вот этому инструменту, который у меня в руках находится. Это виола да гамба, непосредственно предшественница виолончели. Вот, в принципе, они какое-то время и, так сказать, параллельно сосуществовали исторически. Но для меня этот инструмент явился решающим в том факте, что мне удалось, так сказать, в оригинале исполнить все 6 сюит Баха. Поэтому решили в данную программу включить звучание гамбы. Thank you.
Ведь известно, что, в общем, пятая и шестая сюита, они не для современной виолончели написаны, не для четырехструнной. Одна в перестройке, как было уже сказано, другая для пятиструнной виолончели. Гамба совершенно другим, принципиально другим строем, она дала возможность просто уже как-то дальше углубиться в те века, в те экспериментаторские какие-то мысли, которые заложены в музыке Баха, в частности, вот в последних двух сюитах. Thank you.
так звучит пятиструнная виолончель. Представляет из себя жанр сюиты. Об этом подробно расскажет композитор Шандор Калуш, сидящий вот рядом со мной. Он многие годы, как лютнист, занимался старинной музыкой и прекрасно знает все связанное с ней. Сюиты состоят из танцев. Естественно, танцы идеализированы. Всякая танцевальность, собственно говоря, уже уходит, и они становятся просто большими пьесами. Им только отдаленно напоминают свой народный или салонный первоисточник. Алеман, да, происходит от немецкого народного танца, а потом становится придворным и салонным немецким танцем, обходит в этом качестве всю Европу, так его и называют алемаунт, что значит немецкий. Куранта на самом деле происходит не от куре бежать, потому что бежать им было сложно из-за сложности костюма. У мужчин были очень высокие сапоги,
то колена они были очень жесткими, выше колена они были помягче. Под колетом сохранялась непременно кольчужка. Была очень длинная шпага, которая поднималась и фиксировалась под мышкой, чтобы, так сказать, не задевать партнершу. Когда 20-30 мужчин быстро крутили одновременно коленями, создавалось впечатление текущей речки, потому что куре значит также и течь. Вот в честь этого танец назван курантой. В сарабандах Бах ближе всего к испанскому первоисточнику, то есть к такому очень серьезному, очень сосредоточенному танцу. И если он и не танцевален, то это такой танец шествия. Но и жига, непременный, так сказать, заключение его сюит, происходит от английского танца жиг. Назывался он так из-за народной скрипки, на котором он исполнялся. Это матросский танец, который танцевался на каблуках. А скрипка эта была похожа на окорок, жиго. Вот отсюда название, значит, жиг. Был очень веселый танец. Кроме того, в сюитах Баха есть еще минуэты. Минуэты происходят от французского народного танца брамль. И становится постепенно совершенно салонным придворным танцем. Очень изящным, очень красивым. Это первый в истории танца, можно сказать, танец объяснения в любви. И у Баха он тоже очень идеализирован. Вот, кажется, я все сказал о танце, что я помню. Но вы не сказали о том, что сюита предваряется прелюдией. Может быть, сказать. Ну, вот о прелюдии это очень интересно. Раньше когда-то концерт начинался с того, что музыкант разыгрывался, разыгрывал пальцы. И сегодня есть у многих ансамблей старинных попытка вернуться к этой форме концерта, когда он начинается, собственно говоря, при зале, который еще садится, при зале, который занимает свои места, беседует, а концерт фактически уже начался. То есть музыкант разыгрывается, разыгрывает пальцы, и незаметно это переходит, собственно говоря, в концерт. Ну, прелюдии Баха, наверное, вот восходят к этой самой форме, когда музыкант настраивается на эти танцы, настраивается на свой концерт. Так? По-моему, так. Но тут мне кажется еще, что важно, что прелюдии при всей свободе фантазирования, каждая прелюдия, даже не связанная тематически с последующими танцами, общий дух данной сюиты предвосхищает. Мне кажется, что прелюдии как раз в сюитах Баха, но лично для меня, вот я их воспринимаю как какой-то эпиграф к данной сюите. И не случайно, в общем, как-то мыслится прелюдия, за которой Алеманда и Курант, они как бы три какие-то вот одна за другой следующей части и взаимно дополняющие, не по принципу контраста, совсем нет, а какого-то доразвития, где сарабанда является как бы какой-то центральной драматической частью, за которой идут две последующие, заключительные. Thank you.
Thank you.
Thank you.